В фойе Дворца спорта «Видное» царит оживление. Ведь районный конкурс «Рыцарь года» – состязание не только отдельных учеников, а по сути противостояние школ. В начале марта Дворец спорта «Видное» пользуется особой популярностью. Только отгремел праздник, посвященный Международному женскому дню, и вот он вновь встречает гостей. На этот раз школьников ожидается более 1200 зрителей. Плакаты, транспаранты, кричалки. Не только участники, но и зрители серьезно подготовились к конкурсу. В финал конкурса вышли Захар Морозов, представляющий Видовскую школу номер 7, Даниил Крупский из 9-й школы, Михаил Челин, представитель 5-й школы, Николай Пак из ВХТЛ и Денис Зубрев, ученик школы номер 2. Перед началом состязаний к собравшимся обратился глава городского поселения Видное. Я тоже сегодня волнуюсь, как и финалисты конкурса, потому что мне доверили почетную миссию поприветствовать сегодняшний конкурс «Рыцарь года 2019». От имени главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля, от себя лично, от Совета депутатов, хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Ура! Уже первый конкурс, самопрезентация, показал высокий уровень подготовки ребят. Костюмы и декорации, песни и танцы, набор художественных приемов, которые использовали участники, впечатлял. Оказаться на этой финальной сцене нелегко. 6 февраля в 7-й Видновской школе проходил отборочный тур. Задача стояла непростая – презентовать себя и свою школу. И сейчас на сцене лучшие из лучших. Им помогают их школьные товарищи. Вот одна из команд сейчас готовится к выходу. Захар Морозов выбрал для самопрезентации образ знаменитого однофамильца Савы Морозова, легендарного промышленника и мецената. Через него Захар хотел донести до зрителей идею важности существования в мире таких понятий, как взаимопомощь и милосердие. Идея пришла из выступления на отборочном туре «Рыцарь года» в школе. Я зацепился за свою фамилию, и так совпало, что я, получилось, выиграл в полуфинале конкурса «Добровольцы России», и так, ну, так сошлись звезды, что Сава Тимофеевич сам появился. Мне осталось только было его взять и раскрыть его. На протяжении всего выступления в зале не смолкали восторженные крики. Глядя, как на сцене молниеносно сменяются образы героя и массовка, понимаешь, что перед жюри стоит нелегкая задача. Все ребята талантливые. Вот мы 24 года оцениваем, и каждый раз ты выходишь и думаешь, а вдруг я ошибаюсь? И они все почти одинаковые, они почти все на одном уровне, а ты должен найти лучшего из лучших. Это, конечно, проблемно. Следующее состязание было не столь эффектно, но не менее важно. Интеллектуальный конкурс, посвященный 90-летию Ленинского района. Каждому участнику предстояло ответить на ряд вопросов, касающихся истории родного края. В каком году началось строительство Московского коксогазового завода? Строительство Московского коксогазового завода началось в октябре 1937 года и было завершено только после войны. Венчало финал военно-патриотическая эстафета, где участники показывали свои умения в составе команды. Естественно, что настоящий рыцарь должен и ловким быть, и с оружием уметь обращаться. При этом даже наличие навыков не гарантирует победы. Железные нервы – вот ключ к успеху. Есть ряд ребят, которые были на сборах, которые мы проводили, юноармейские сборы. Вот. В основном сейчас посмотрел, навыки, знания есть. Посмотрим. Бывает, что люди волнуются, иногда забывают то, что умеют. До самого окончания состязания сохранялась интрига, кто же в этот раз получит рыцарский титул. Военная эстафета расставила все точки над «и». Рыцарем года 2019 стал Николай Пак, ученик Видновского художественно-технического лицея. Мы готовились, как только узнали эту конкурсе, когда нам сказали, что будет. И мы готовились упорно, старались, каждый день все вычищали, пытался вжиться в эту роль. Я думаю, у меня получилось. Конкурс «Рыцарь года» проводится на протяжении 23 лет. За это время в нем приняли участие более 4000 учеников. Свыше 100 из них стали победителями и призерами. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.